На полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота в Спутнике состоялись практические занятия по огневой подготовке. Особое внимание военные уделяют подготовке к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и полярной ночи. Занятия проводят опытные офицеры, участники специальной военной операции. Прежде всего, бойцы отрабатывают стрелковые навыки, учатся вести огонь, в том числе из противотанковых гранатометов. Информацию, которую нам передают наши офицеры, получается, которые были уже в боевых точках, ну, она бесценна. То есть там рассказывают, как поступить. То есть рассказывают по своим жизненным событиям, то есть что у них там происходило и как в той или иной ситуации нужно поступить, что нужно сделать, как нужно отреагировать. И дальнейшие действия все зависят от каких-либо моментов, скажем так.